менеджер БФУ Калининград Сысковец Александр. Выиграли третью игру, выиграли турнир, 7 очков. Поделитесь вашими впечатлениями. Ну, в целом, хочу сказать, что мы достойно выступили. Вот. Первая игра у нас была очень сложной, поэтому оценка 4 с плюсом. Задача была максимально набрать очков, поэтому первая игра у нас удалась. В целом, ну, достойно, молодцы ребята, показали характер. К этому готовились весь сезон. Играли в всероссийском полуфинале, то есть с серьезными командами, поэтому, в принципе, для нас как бы результат достойный. Турнир для вас получился дебютным. Понравилась ли вам организация, питание, проживание? Да, вполне все на достойном уровне, поэтому все в одинаковых условиях. То есть достойно. 7 очков на старте. Какие задачи стоят у команды и какие возможности? Какое место вы займете по итогам сезона, как считаете? Ну, в первую очередь, мы сейчас подведем итоги, приедем в Калининград. Вот, руководство спортклуба примет решение, и, соответственно, как дальше все сложится. То есть наша команда, тренеров, там, руководители и так далее. Поэтому сейчас не могу сказать. Но, конечно, будем ставить задачи для команды, выход в премьер-лигу.